Азербайджан является одним из стран, лидирующих по уровню развития информационно-коммуникационных технологий не только в регионе, но и во всем мире. Это вносит вклад в повышение эффективности экономики страны и в итоге служит улучшению благосостояния народа. Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, выступая в ходе конференции на тему технологии и инновации, экономические реформы и перспективы развития. Он отметил, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий успешно реализует в этой сфере проекты, отраженные в стратегической дорожной карте. Согласно отчету Всемирного банка, Азербайджан входит в первую десятку по перспективам развития ИКТ. Это означает, что развитие ИКТ в стране внесет свой вклад в повышение эффективности экономики и улучшение благосостояния народа. В рамках стратегических дорожных карт в связи с развитием ИКТ до 2021 года планируется открыть 1450 новых рабочих мест. Для выполнения этих задач соответствующие органы исполнительной власти, а также Министерство транспорта, связи и высоких технологий обеспечивают проведение мероприятий, предусмотренных в рамках стратегических дорожных карт. Вопросы, нашедшие свое отражение в стратегических дорожных картах, будут стимулировать развитие во всех сферах жизни страны, что, в свою очередь, обеспечит участие Азербайджана в глобальных процессах, считает заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде. Для повышения качества в этой сфере, по словам замминистра, ведется сотрудничество с соответствующими структурами. Можно сказать, что все структуры, в том числе и наше министерство, принимают активное участие в выполнении работ в области ИКТ в рамках координирующих стратегических дорожных карт по телекоммуникации и информационным технологиям. Считаем, что только путем подобных обсуждений перспектив совместного сотрудничества за короткий период в стране будет обеспечено еще более сильное развитие и наше участие в глобальных процессах в связи с развитием во всем мире сферы ИКТ. Замминистра подчеркнул необходимость реализации основных координирующих мер, предусмотренных стратегическими дорожными картами, утвержденными президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении, а также другими стратегическими документами. Эсли Назарова, Саид Бабазаде, Джавид Гадерли, CBC.